Всем привет, с вами компания 3DTool. Сегодня в нашем видео мы расскажем о том, как установить программное обеспечение для станков Aman. И первое, что нам надо сделать, это скачать само ПО. Ссылка на него будет в описании под видео. Далее мы открываем папку уже со скачанными файлами. В ней имеется все, что нужно для установки, и также текстовая инструкция. Переходим в папку Match 3, как показано на видео. Далее папка Install и запускаем файл инсталляции. Нажимаем Next. Принимаем условия лицензионного соглашения и снова Next. Теперь, если вы хотите изменить папку, в которую будет установлена программа, нажимаете Change и выбираете нужную вам папку. После этого снова нажимаете Next. В этом окне нам предлагается установить дополнительные плагины, а именно Parallel Port Driver. Если вы собираетесь использовать для связи компьютера со станком параллельные порты, пусть напротив стоит галка. Если вы собираетесь использовать специальную плату контроллера, подсоединяемую к USB или интернет-порту, то галку следует снять. Wizard – это специальные макросы, которые позволяют быстро генерировать управляющую программу G-кодов для некоторых часто применяемых операций обработки, таких как сверление отверстий по кругу, выборка карманов и тому подобное. Вы, скорее всего, найдете их полезными. Файл XML содержит в себе информацию о настройках Match 3. Они дают вам начальные сведения о настройках программы. На их основе вы создаете свои собственные профили. LazyCam – это бета-релиз бесплатной программы импортера файлов, включенной в Match 3. Его назначение – импорт стандартных DXIF, CMX и других типов файлов Match 3, что позволяет легко генерировать управляющую программу G-кодов без использования специальных CAM-программ. Свежую версию LazyCam можно скачать на сайте ArtSoft, поэтому сейчас эту программу можно не устанавливать. Скринсетс отвечают за внешний вид экрана Match 3. Если у вас уже имеются свои собственные скринсеты, стандартные можете не устанавливать. После того, как вы выбрали необходимые компоненты, нажимаете кнопку Next. Перед нами появляется окно выбора и создания профиля. Более подробно о них мы расскажем в одном из следующих видео, а пока просто нажимаем Next и еще раз Next. Сейчас идет процесс установки ПО. После установки Match 3 нам необходимо установить профиль. Для станков Aman профили в принципе одинаковые, поэтому открываем показанный на видео файл. Далее выбираем папку установки, это должна быть корневая папка PO Match 3. Распаковываем. Далее запускаем Match 3 Loader и видим сразу наш распакованный профиль. Нажимаем ОК. Если вы все сделали правильно, то в правом нижнем углу программы будет указан профиль, который мы распаковали. И последний шаг – это установка драйвера для переходника. В нашем случае это Pure Logic. Запускаем файл установки. Выбираем переходник. У нас это PLCM LPT2. Нажимаем «Далее». Убираем галочку и снова «Далее» и «Установить». После завершения установки открываем Match 3. Заходим в меню Plugin Control и нажимаем на PLCM Control. В устройствах выбираем наш переходник и нажимаем «Применить». После этого включаем станок и нажимаем Reset. Станок готов к работе. Для проверки можете поперемещать шпиндель в разные стороны. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на нас в соцсетях. Впереди много интересного.